Сейчас выступит женский вокальный аматорский ансамбль Making Waves с двумя композициями. Художественный руководитель Виктория Витренко. Oh.
академического хора Киевского национального торгово-экономического университета, кандидата педагогических наук Оксану Синенко. И мы просим подняться на сцену для вручения диплома следующего отдела правового дирижирования Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната Алексея Николаевича Кошмана и заслуженного артиста Украины Гарри Григорьевича Сидяна. Всех участников фестиваля, всех гостей и слушателей я тоже поздравляю с таким прекрасным праздником и надеюсь, что вы получите удовольствие сегодня и в дальнейшем. Николаевич Игорь Григорьевич продолжит церемонию награждения. Просим народный художественный коллектив «Камерный хор НДУ КБИ» и народную академическую хоровую капеллу Национального технического университета Киевский политехнический институт подняться на сцену. Итак, награждается дипломом первого всеукраинского фестиваля хоровых коллективов технических учебных заведений «Поющая феерия 2011» за второе место Национальный технический университет Харьковский политехнический институт. А также диплом вручается лучшему концертмейстеру нашего фестиваля Анне Минаковой. Национальный технический университет Киевский политехнический институт награждается дипломом первого всеукраинского фестиваля хоровых коллективов технических учебных заведений «Поющая феерия 2011». Спасибо, Алексей Николаевич, Гарри Григорьевич. Просим занять вас почетные места в зале. И также камерный хор Киевского политехнического института просим пройти за кулисы. А свои композиции исполнит народный художественный коллектив «Камерный хор НТУ ХПИ», художественный руководитель, лауреат международного фестиваля Феликс Сокол, хормейстер Диана Ореховская, концертмейстер Анна Линакова. Вивальди, первая часть из кантаты «Глория». Thank you.